В Муравленко прошел 20-й юбилейный конкурс «Безопасное колесо». И в этом же году исполнилось 40 лет со дня образования отрядов юных инспекторов движения. За годы проведения этих соревнований неоднократно менялись как правила дорожного движения, так и условия конкурса. Однако его задача осталась неизменной – воспитание у подростков навыков безопасного поведения на дорогах. Команда какой школы в этом году представит Муравленко на региональном этапе, узнал Эрнест Бавшин, и ему слово. По традиции конкурс начинается с построения команд участниц. Всего 24 юных инспектора дорожного движения из всех школ города. Их напутствуют представители управления образования, госавтоинспекции и участники прошлых конкурсов «Безопасное колесо». Я еще раз поздравляю всех участников, всех, кто задействован в проведении, организации, участии в этом конкурсе с юбилейным конкурсом. Я уверен, что эта добрая традиция будет в городе продолжаться и успешно процветать. С началом у вас этого замечательного конкурса успехов, удачи и безопасных дорог. Желаю, чтобы победил сильнейший и, скажем, на высоком уровне представил наш город на окружном конкурсе в городе Пупкинске. Первый этап – это конкурс «Агитбригад». Здесь нужно доступно в игровой форме объяснить зрителям правила дорожного движения и продемонстрировать свою артистичность, умение петь и танцевать. Далее практические этапы – это фигурное вождение велосипеда, где нужно проехать на двухколесной машине все препятствия, не задев и не уронив ни одного предмета. И этап «Велогородок» – демонстрация практического применения ПДД. Каждая ошибка здесь – штрафной балл. А пока одни участники показывают мастерство вождения, другие демонстрируют умение оказывать первую медицинскую помощь. В итоге третье почетное место досталось юидовцам из пятой школы, на втором – ребята из третьей школы. Ну а лучшими из лучших в этот день признали дружину юных инспекторов из первой школы. Региональный этап «Безопасного колеса» пройдет в Губкинском в апреле. Наш город представят самые сильные участники, которые завоевали призовые места в личном зачете. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.